Здравствуйте, дорогие подписчики, уважаемые зрители канала Дмитрий из Орла. Нахожусь на улице Горького. Главпочтамт, площадь Ленина. Сегодня 11 марта 2024 года. Как бы от новости тут сразу вижу, с одной стороны грустную, с другой стороны долгожданную. Так, это правительство области, там памятник Ленину. В общем, новость такая, что каток больше не работает. А почему долгожданная? Потому что это случилось из-за того, что пришла весна. Вот что лучше, весна или каток? На мой взгляд, выбор очевиден. Весна лучше, чем каток. В общем, там уже никто не катается, и потихоньку начали рабочие демонтировать каток. Вот. Разберут и увезут. А мы с вами прогуляемся по улице Ленина. Драмтеатр, гостиница «Салют». Сегодня солнечная погода, замечательная. Причем вот с утра, например, я посмотрел на градусники, было минус 8. А сейчас где-то час дня, точно даже сейчас скажу. Двенадцать сорок девять. И представляете, ноль. Ветра нет. Светит солнце. Мне очень нравится такая погода. И не холодно, и не жарко. Вот. Поэтому сейчас прогуляемся по улице Ленина. Солнце, правда, светит, а впереди. Ну ничего. Прогуляемся. Вчера был в клубе гармошек. Я так называю клуб гармошек. Клуб «Гармошка» даже. А, клуб «Гармошки». Вот как я придумал. Клуб «Гармошки». Не «Гармошек», не «Гармошка», а «Гармошки». То есть, ну, подразумеваются любители гармошки. Коровка возле сырного магазина. Клуб «Гармошки». Вот так я теперь буду называться. Клуб «Гармошки». Студия вязания, вот по аналогии с этим, студия вязания, кружок кройки шитья, клуб гармошки в парке. И замечательно, там чайку попили, я покушал аж трех тортиков. Один тортик был, ну типа как медовик, типа как янтарный вот такой. Хороший тортик, вкусный. Второй тортик был типа сметанник. Даже не знаю, как они называются, не читал. А третий тортик был типа шоколадный такой. Как сметанник, только не сметанник, а шоколадный и без кислинки. Типа Праги, что ли. Но не Прага, конечно, Прага это не то. Ну тоже вкусные. В общем, все три тортика я по кусочку слямзил. А типа сметанниками даже второй еще отдали. Надо было кому-то съесть. Короче, накушался я тортиков. Сегодня гуляю, отрабатываю. Очень вкусные, свежие.
И сразу на весы встал, и там смотрю, да. Надо гулять, надо двигаться. Благо, видите, какая погода чудесная. Журчат ручьи почти что. И тает снег и лед. Позволил себе, конечно, я 4 куска торта. Ну, кусочка, я не скажу, прям куски, огромные кусочки такие. И вот Орловская кровать. Зайду, гляну, может, в легком таком ностальгии по тортам. Воспоминание такое, гляну. О, а тут таких-то и нет. Вот, вот, вот первый вот на такой похож, только без орехов. Вот рыжик, рулеты, пирожные. Ну все, мне теперь долго это все нельзя есть. Вау. Вкуснотею какую. Ну нельзя, потому что если я буду есть эти вещи, меня разнесет дальше первой степени ожирения. Это уже никуда. Трудно оправдать. Коса фисташковая, коса яблочная. Вот умеешь же делать, а? Вкусноту. Так, ну хлебушек еще посмотрим. Спасский, Богородский. Мои любимые хлебушки. Хлебушков мне тоже уже не знаю. Молочный, Нареченский, Жидоба. Да. Ну, может, кому-то можно бисквит, а мне уже нельзя. Каша на воде и все такое. То разнесет нафиг. А кто худенький, кто стройненький, спасибо. Тому, так сказать, сюда welcome. Приходите, покупайте. Ага. Мне теперь долго надо воздерживаться, потому что скоро у нас велосезон начнется. Потом пляжный сезон. Вот. Здрасте. Кроме того, у нас параллельно с сезоном еще весенние такие чувства могут быть, иметь место быть. Поэтому пузень распускать нельзя никак. Так, ну что там у нас? Кинотеатр Победа бывший. Смотрю, там что-то происходит. Шумит какая-то техника там строительная, наверное. Даже не знаю. Может, ремонт начался. Говорят, здесь храм будет. Не знаю, что здесь будет. А как же туда посмотреть, что там происходит? Кинотеатр задрапирован. Давайте, ладно, аккуратненько, чтоб не побили. А как же это залезть-то? Как же посмотреть-то? Что ж там делается-то за забором? Что там за забором? Что там за забором? Там-тарам. Вижу. Шумит какая-то техника строительная. Какая? Ну ладно. Я на самом деле даже не знаю, можно ли подсматривать за строительством. Но это мой любимый объект на улице Ленина. Я сколько в детстве сюда в кино походил. И даже не в детстве. Последний раз был в кино, про трансформеров смотрели.
пригласила меня одна знакомая в 2018 году. Если смотришь, привет. Фильм такой про трансформеров. Мощный такой фильм. Битва каких-то роботов. Так. Как же хорошо. Какая атмосфера-то чудесная. Весенняя. Трамвай какой-то без колес. И чё он без колес? Переделали какие-нибудь колеса. А, вот, видишь, символические есть. Так они вообще какие-то должны быть потемнее, мне кажется. Ну ладно, что сделано, то сделано. Хорошая штуковина. Хотя вот мне бы, например, я люблю все натуральное. Мне бы, например, приятнее здесь было какой-нибудь старинный трамвай орловский видеть. Ну, то есть натуральный трамвай какой-нибудь списанный. Покрасить его. Вот. А тут тоже, кстати, место. Отсюда какой-нибудь этот водный трамвайчик. Как это называется? Теплоход, да. Тоже списанный какой-нибудь. Выставить, чтобы вспоминали, кто в детстве катался на водных трамвайчиках, на теплоходах, то бишь, кто на красных трамвайчиках. Что, троллейбус можно было бы, карус какой-нибудь сгородить. Вот, а тут есть место, вот, смотрите. Прям. Автопарк орловский. Мне кажется, для такой красоты можно даже бы и клумбы пожертвовать, как вы думаете. Вот если взять, выстроить, значит, этот трамвайчик, за ним троллейбус старинный, за ним икарус, какую-нибудь гармошку. И это пониже этот теплоходик орловский. Вот это была бы выставка мощная. Вот это бы прям по сердцу было бы. Ну а так тут цветочки. Лепесточки по весне. Тут проход на Почтовый переулок. Но мне что-то туда неохота идти. Это магазин Офенбахский двор. Хороший такой дом. Здесь перекрытия были заменены на железобетонные, на мой взгляд. Кажется, это, если я не ошибаюсь, в 1967 году. Капремонт был, и заменили перекрытие на железобетонное. А стены здесь толстеннейшие, вообще супер. Ну, планировка примерно как в хрущевках. Такая проходная комната, такой чуланчик, в общем, как в хрущевках. Так, тоже вот старинные дома. Здесь аптека как была, так и есть. Солнечно сегодня, прекрасно. Ну что, магазин подарки закрыто, написано, сдается в аренду. Опа! Опа! Магазин сувениры закрыли. Подарки, жаль. А здесь был овощной. Сейчас салон красоты. Так, там у нас... Смотрел вот на днях ролик орловского блогера Людмилы из Орла. Что там туалет построили. Сейчас мы посмотрим, что там построили. МФЦ, типография, труд. Тут канцелярские товары, дом книги. Посмотрим, что там построили. Людмила, привет, если смотришь. Я как-то пропустил эту тему. Ну, там говорят 22 рубля и безналичная только оплата. Это как-то не очень радостно. А что делать, если карты нет у человека? Ему куда? Идти. Это у нас сквер артиллеристов. Стоит пушка. Я там снимал уже когда-то.
А где же туалет-то? Там что ли где-то? Так, это улица 7 ноября. Дом 357. Интересный такой дом. Он как бы целиковый, но нумерация стоит 3, 5 и 7. Да, вон там вижу сооружение небольшое. Эти лужи стоят. Весна пришла. Улица Ленина вся залита солнцем. Это все скоро потает. Птички поют. Расчищают дорожки. Убирают лед и снег. Хорошо почистили. Да, вон туалет. Вот он. Ну я туда не пойду, тем более он только по безналу работает. Проще, наверное, зайти в какую-нибудь столовую. Вот улицу эту, в кафе. Улица 7 ноября. Тургеневский мост. Сквер семьи. Беседка, ротонда. Вот там эти. Раз, два, три, четыре, пять беседок. Увешанных замками. Есть такой обычай у орловских новобрачных. То они раньше замки на мост вешали, а сейчас вешают вон на те беседки. Они все увешаны этими замками. И ключи, насколько я понял, в речку выбрасывают. Есть такой в Орле обычай. Замки. Замки вот тут вот вешать, навешивать в беседках. Видите, все беседки в замках. Пять беседок, все в замках. И на замках надписи типа Вася и Лена там, плюс равно любовь там, Миша там, и Катя, и не знаю что еще, Кристина там, какой-нибудь там Даниил. Не знаю, разные там у людей имена бывают. Вот, короче, туалетик. Ну, он такой небольшой, такой, типа бытовочки, типа коптерочки, типа морского контейнерчика такого размера. Так, ну что, вот дошли мы до реки Орлик. О, тут уже такая полынья, уточки. Там Тургеневский мост, собор Михаила Архангела и Небесных Сил Бесплотных. Он же Успенский собор, Михаила Архангельская церковь. Там у нас Богоявленский собор. Замечательное место между двумя соборами. Подвесной мост, плотина. Так, а здесь у нас Отмель. Лежит бревно, и тоже плавают уточки. Где-то плавают, где-то ходят. Молодцы. Тут вот ходит, например, по льду, видите. Вот она. Серые шейки. О, ходит, прям по воде идет. Это лед такой там.
твердая. Сейчас она бултыхнутся они. До булки дошли. Во. Там такой лед просто прозрачный, как будто они по воде идут. Осваивают буханку, батон белого хлеба. Вот они там где-то идут, а где-то уже и вплавь. Сейчас вплавь плывет. Ну, то есть тает лед наш этот, Орловский. Замечательно. Отмель. Подвесной мост, Богоявленский собор, здание банка, сквер Маяковского. Да, называется так это место, сквер Маяковского, кто не знал. Вот, собственно, и, наверное, все. До конца сейчас моста дойду. Ну ладно, уж этот, как его, памятник Лескову сниму заодно. Чего не снять-то? Такой вот легкий ветерок. О, сколько песка. Это с зимы осталось. Песка очень много. Но зато нет ни льда, ни воды. Сухой мост получается. Да и эти заледи скоро растают, надеюсь. Все-таки уже 11 марта. В иные годы и вообще уже и снега-то не было в марте. А то и в конце февраля даже помню. Помню, какой-то год был, смотри, 20 февраля. На улицах снега уже не было. Было тепло. Ну ладно. Природы нет плохой погоды, тем более сегодня вообще все прекрасно. Да, ну и чуть такой блестка шель какая-то. Кстати, вот кто смотрит мои ролики, вот мне тогда медаль дали в клубе гармошек. В клубе гармошки, вот, в клубе гармошки. Оказалось шоколадная, а я с этой медалью на шее всю встречу протанцевал. А через неделю думаю, что-то надо посмотреть. Чуть на не Новый год-то написано. Смотрю, короче, она хрупкой поломила, отломилась. Шоколадная оказалась. Ну, я ее съел. Ну, это лучше, чем пластмассовая, я думаю. С пластмассовой медали какой толк? Шоколадную хоть съесть можно. Пластмасса тут навалом валяется. Крышки, малышки всякие, все такое. Здание театра «Свободное пространство», ТЮЗа. Здание кинотеатра написано. Октябрь. Колизей теперь написано. Пятерочка там магазин. А вот и сквер. Памятник Лескову. Не знаю, сквер ли Лескову это. Или просто памятник Лескову, окружение литературных героев. Я снимал много раз. Ну так просто думаю, ладно. Попал в кадр. Достопримечательность все-таки. Там еще Ермолову памятник сейчас, наверное, сниму. Пройду мимо. Потому что, а что не снять-то, если мимо иду. Тут на входе собор Михаила Архангела. Лесков. Александровский мост. Торговые ряды. Вон машины едут на Красный мост. Любо-дорого смотреть. Заработал Красный мост. Едут машины. Вон, видите? На мост, с моста съезжают. Красота. Долго он стоял на ремонте.
Так. Ой, чуть темно. Хорошо, скорее бы этот снег весь поубрался. Так, это у нас сквер Ермолова. Ну, там растения сквера Ермолова. Видите? Ну, я снимал тоже уже растения эти. Памятник Ермолову. Какой беленький-то прям. Пестрый какой-то. Там улица уже Комсомольская. Спасибо вам за просмотр. Подпишитесь на канал Дмитрий из Орла. В Яндекс.Зен, в Рутубе, в Ютубе, в Одноклассниках, ВКонтакте. Если понравился ролик, поставьте лайк, напишите комментарий. Поделитесь этим видео с друзьями в соцсетях. Можете также пополнить баланс моего сотового телефона 8-920-889-20. Это Мегафон. На услуги связи, звонки, смс, интернет. Вот этот дом, еще скажу, 1795, по-моему, года. Очень старый. Там находится исторический факультет Орловского государственного университета. Представляете, 1795 год, 18 век. Замечательный дом. Там в том доме была сберкасса, 36-й филиал в советское время. Сейчас магазин Керамомараци. Это плитка. Вот улица Комсомольская, остановка. Кинотеатр «Октябрь», не знаю, как он сейчас называется. Был здесь кинотеатр «Октябрь». Сейчас я на нем и закончу ролик. Все-таки, знаете, кинотеатр «Октябрь» — это тоже такое культурное место. У меня же канал еще называется в том числе и «Природа и культура». Я тоже много раз сюда ходил с семечками, с девушками. Прекрасные были времена. Но сейчас лучше. Или такие же, как минимум, не знаю. Ну, девушки сейчас очень красивые. Семечки сейчас даже очищенные продаются. Фильмов сейчас больше, чем тогда. Свихнуться можно, если все смотреть. А тогда на каждый киносеанс это событие было. Ходили, обсуждали потом. На уроках даже, на классных часах. Какой-нибудь фильм «Чучело» там обсуждали. А сейчас хоть каждый день, сколько времени, хоть всю ночь смотрите фильмы. Так, ну все, наверное. Короче, в Орле, в Орел постепенно приходит весна. И это не шутки. Посмотрите, снег тает, лед тает. Вот. Скоро все это порастает. Будем гулять, легко одеваться и кататься на велосипедах. Вот. Ну все, наверное. Спасибо за просмотр. До новых встреч. Ну, так красивенько. Все это талые льды. Весенние.